Бежала я сегодня на работу, как обычно, своим любимым путем через главные достопримечательности моего любимого города. Думаю, ну хватит уже показывать одно и то же. А потом все равно достала телефон и начала снимать. Но не могу я пройти мимо этой красоты. Мне так хочется поделиться с вами всем, что я вижу. Вечный город стоит уже 2776 лет, а мы, как люди реки, протекаем по его руслам. Каждый день я вижу новых людей, встречаюсь, знакомлюсь, снимаю видео, показываю вам. И какое же это счастье быть в центре этого великолепного города и чувствовать биение его сердца. А особенно, больше всего мне нравится наблюдать за людьми, которые улыбаются, общаются, влюбляются, наслаждаются. И все это происходит здесь, в Риме. А я хочу быть просто искоркой, которая передает эстафету счастья. Своим цветением азалии на испанской лестнице должны были радовать местных жителей и гостей города к дню рождения города, 21 апреля. Но так как погода была переменчивая, азалии зацвели только спустя неделю. Жаль, что не все мои туристы успели увидеть эту красоту. Дорогие друзья, но для этого у вас есть я вам все покажу. Помните, со многими из вас мы здесь фотографировались? Несмотря на то, что вы уже вернулись домой, со мной на моем канале ваши римские каникулы продолжаются. И пока вы будете смотреть мои видео, вы всегда будете вспоминать наши прогулки по Риму. Рим – это не город, это вселенная, в которой каждый день, каждый час, каждый миг что-то происходит. Праздники, различные мероприятия, выставки, новые открытия. Да-да, новые открытия – это я хочу сказать про меня. Потому что я все равно продолжаю открывать для себя новые места, в которых еще никогда не была. Вы можете представить? До сих пор открываю новые места. Ну как же не любить этот город, который дарит тебе столько счастья и эмоций? Я решила загрузить это небольшое видео для того, чтобы поднять вам настроение и всегда быть рядом с вами. Сейчас, между работой, я готовлю для вас одно большое интересное видео с выставки Дворца Барберини. На эту выставку, посвященную папе Урбану VIII, я советую сходить всем, кто будет в Риме. Так вот, пока я готовлю это большое видео, я решила загрузить это маленькое небольшое видео, чтобы вы помнили обо мне и знали, что я всегда помню о вас. А вы знаете, как приятно, когда я провожу экскурсию, разговариваю с моими туристами и вдруг слышу: «Извините, вы-то Рома?» Я говорю: «Да». Вы представляете, меня узнают по голосу на улицах Рима. Те туристы, которые не смогли ко мне попасть на экскурсию. Как же мне приятно. Как же мне хочется всем вам показать этот удивительный, великолепный и прекрасный город, в который я так влюблена. И такое у меня было не один раз. Друзья, спасибо. Спасибо за то, что смотрите, за то, что встречаетесь со мной, за то, что пьем с вами аперитивы, разговариваем обо всем. За то, что дарите мне подарки, о которых я даже не мечтала. Спасибо вам. Спасибо от души. Я немного устала. Как-никак разговаривала сегодня целый день. Надо немного и отдохнуть. А вас, дорогие друзья, оставляю наедине с любимым городом. Гуляйте, наслаждайтесь, досматривайте видео до конца и прочувствуйте атмосферу этого города. Всех целую, обнимаю. Ваша Тати Рома. Субтитры сделал DimaTorzok
Hello. Ciao, how are you? Nice to meet you. Good morning. Good morning. Nice to meet you. Okay, no problem. Nice to meet you. Ciao, Manuela.